Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Давай-ка мы, наверное, заберем с тобой выполненные задания. Это открыть колоду, что я уже сделал, и пройти серию испытаний. Да, я это тоже сделал. Теперь нам нужно сразиться в боях. Так, где у нас нейтрализатор мне нужен? Так, смотрим, что мы там ему не нашли. Ага, 5 автомобильных номеров, поехали. Всего лишь 5 штук. Так, один нашли. Давай-ка, наверное, вот здесь быстренько с тобой пробежимся. Так, второй. Третий. Третий, значит, еще 2 нужно. Так, четвертый и последний. Все. Прокачиваем ему навык до 5-й ступени. Ну что же, а теперь остается прокачать пассивку. Пассивку, ну и еще суперудар. Вот этот хвост-телепорт. Что нам здесь нужно? Так, 2 джойстика, окей. Так, нам сразу выпадает и геймпад, и джойстик. Так, вот джойстики мы с тобой собрали. Дальше нам нужно 6 ячеек крынгов. С этим будет, наверное, посложнее. Так, опять микроскоп. Кстати, мы уже выполнили задание. Все, друзья мои, завязываем. Забираем здесь награды. И поднимаем уровень персонажа. Так, кому мы там с тобой? Естественно, самым-самым слабеньким, и это у нас оказывается Леонардо Космос. Ну что ж, давай сделаем 53-й и все, да? Максимально это 53-й уровень. Ну и забираем тут остатки роскоши. Так, теперь заходим с тобой в магазин. Вот эту колоду надо тоже открыть. Выпадает нам с тобой 5 долларов. Понятно. А в предметах ничего хорошего нету. По монетам, друзья мои, не хватает совсем чуть-чуть, буквально 6. Зато по жетонам все очень даже хорошо. 830 у нас в данный момент, а мне вау. Вот оно что. Ребят, естественно, сразу покупаем ДНК на Рокула и можем его прокачать. Единственное, что я потратил весь мутаген. Хотя, подожди, какой весь? У нас 16 тысяч, поэтому вперед из песней. Вот это я понимаю. Так, Роквелл. У тебя появляется новый навык выше среднего. Роквелл увеличивает IQ всякого, кто находится в помещении. В начале хода с вероятностью в 15% снимает замедление союзников. Ну, на самом деле, замедление союзников снимает это так себе навык. Потому что нас практически никто не замедляет. Но, подожди-ка секундочку, подожди, мы же можем его, по-моему, еще прокачать. Ну, конечно же, конечно, и всего у нас хватает 9000 сюрикенов и 330 золотых осколков, конечно же, поехали. Все, друзья мои, мы перевели его в золотой ранг. То есть, получается, что нам нужно выбить на него еще одну золотую звезду, и он буквально будет прокачанным по фулочке. Ну что, давай ему попробуем. Ай, не хватит, думал, полтинчик выдавим, но нет, не вышло. Ну что, это уже хорошо, что еще один персонаж у нас оказывается в золоте. Ну а мы с тобой продолжаем наши поединки, нашей арены. И начнем мы, наверное. Так, а здесь у нас еще не открылось. Слушай, ну мы же можем с тобой что сделать? Элементарно пофармить. Элементарно, да? Тут у нас два варианта, либо сюда, либо, погоди-ка, либо. Ну, здесь, сам понимаешь, шансов меньше все-таки. Поэтому я, наверное, все-таки рискну поискать Эйприл вместе с Шинигами. То есть Кунаичи и Шинигами. Поехали. Смотри, как сразу же выпадает мне Кунаичи. Поехали дальше. Так, это осколки золотые, это нам не нужно. Серебряные тоже. А вот и Шинигами. То есть то, что я хотел, то и получил. Это называется чисто сыграно, потому что ничего практически левого нам не выпало. Ну, за исключением, конечно, вот этих двух осколков. Но это терпимо. Так, давай-ка мы с тобой глянем, что у нас тут. Но тут только лишь кунаичи можно вытянуть. Блин. Хоть бери и вот это вот проходи, а. Или же все-таки рискнем здесь. Я знаю, ребята, очень большой риск, но тем не менее попробуем. Нет, нет, нет. Не так вы делаете. Ты прикинь?
Ну, ребят, сегодня просто фартовый день. Прикинь, чисто, вообще чисто сыграно на 100%. Вытянул то, что нужно. Блин, это классно, конечно. Ну что, тогда мы с тобой идем на арену. Раз так фартить начало, значит, все будет хорошо. Мы с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды. Ранг у нас 24-й. Что говорит о том, что мы с тобой сейчас, сегодня должны, наверное, подняться... Ну, до Лиги Мастеров 3 звезды, 30 откатов у нас есть, $282 у нас в кармане. Что нам мешает? Да практически ничего. Единственное, да, что нам придется играть все это дело через Армагона или остальных имбовых персонажей. И вопрос еще в другом, ребята. А сможем ли мы здесь сейчас на одном Армагоне выиграть? Потому что он может сфейлиться. Он сфейлится не потому, что, например, он... сильно не ударит или еще что-нибудь. Он может не добить. Смотри внимательно. Но здесь нам повезло. Здесь нам очень крупно повезло. Так что двигаемся дальше. И будем надеяться, что в процессе вот всей игры у нас будет вот такое вот везение сегодняшнее. Тут осталось-то, кстати, совсем не... Ну в плане, ну как вот так? Всего лишь 3 ступеньки дали мне пройти. Ну что это за бред? Друзья, я не знаю. Сколько раз можно уже удивляться этому всему, но они все равно делают так. Прошел полностью битву и дали всего лишь пройти мне 3 ступеньки. Причем никто не погиб, никаких косяков у нас не было. Ну, это, видимо, расплата за мое везение сегодняшнее, да? Ну что, давай посмотрим, как у нас тут пройдут дела. Так, Армагончик бросает валун. Так, Майки выжил. Ну-ка, вот так вот сделаем. Накумарили. Ну что, давай посмотрим, сколько здесь мы ступенек пролетим. Была 21, да? Остановится 6. Ну вот, вот совсем другой разговор. Ведь может же, когда хочет. Не знаю, почему до этого они так мне пакости делают. То есть, сам понимаешь, да, что Лига Мастеров нас уже с тобой поджидает. С распростертыми объятиями ждет нас. Так, ага, вижу, 16-22. Опять же я беру Армагона. И что я тебе могу сказать? Что здесь надо уже, наверное, подзавязывать. Подзавязывать в плане того, что Армагон один он может уже здесь не вытянуть. Все-таки 68 и 69 уровень противника — это уже серьезная заявка. Так что, скорее всего, надо будет брать подкрепление. Видишь, Донни выжил. Так, ну-ка, Хан. Красавчик. Хан его вырубил. Ну, то есть нам опять с тобой повезло. Двигаемся дальше и смотрим, куда мы переместимся, на какую позицию. Лига Мастеров 1 звезда, 91 позиция. Отлично, вот такой вот меня расклад уже устраивает. А дадите мне 16, например, 23. Скорее всего, нет, да? Сегодня, друзья мои, в Play Market вышло 3 новые игры. Поэтому, если будет сегодня возможность, я их все попробую посмотреть. Ну, естественно, записать видосики и показать их вам. Так что ждите на канале. Так, ну что, придется опять играть через Армагона, но... А, так смотри, тут у нас пониженный уровень. 66-й, 64-й. Ну что же, давай, давай глянем. В принципе, Армагону 64-й уровень — это на один зубок, насколько я помню. Практика показывает, что он непобедим. Опа, тихо, тихо, Рокстеди. Не буянем, блин, да что ж такое-то. Есть, молодец, Лео. Смотри-ка, а? Рокстеди не добили, он там стоял, уже готов был, наверное, либо побежать, либо еще что-нибудь сделать. В общем, пакости какие-то у него были припрятаны для меня. Ну и как ты видишь, 75-я позиция. 75-я позиция, 16-22, все-таки не дает мне 23, да? Типа я не заслуживаю. Хм. Ну давай, 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 играй. Ну не жмись, ну серьезно. Ну ты же видишь, что у меня все нормально идет. Я бустую очень хорошо. Нет, вот ты начинаешь поворачиваться ко мне задом. Ну зачем? Нет, не хотят давать, ладно. Придется с этим смириться. Я уже сколько раз, ребята, клянчиваю, грубо говоря, да? Как уже этот, как попрошайка. Ладно, будем играть по их правилам. Все, короче, 67 уровень противников против нас. Само собой, я взял Армагона и, само собой, прикрыл
прикрыл, точнее, Армагон прикрыл наших вот этих вот слабеньких бойцов. Влупляем. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Главное, что без потерь. И самое главное, что мы не дали шанса противнику даже сделать ход. Даже что-то там пикнуть. Вот, вот это мне нравится. Ну что, двигаемся дальше. Смотрим, с 75-го места мы попадаем на 60-е. На 60-е. И опять, вот зачем вы даете 16-21? Ну, почему такое понижение, а? Не пойму. Вместо того, чтобы повышать, они меня... Вот, наконец-то. Наконец-то вы созрели. Дают мне 17-23. Так, Бакстера мы пока уберем, он там нам не нужен. Единственное, что здесь уже 74-й ранг. Соответственно, нам придется... Придется взять с тобой подстраховку. Это будет Зэк. Так, кто-то мне в комментариях написал: Рэй, прокачай Зэка до 100-го уровня. Отвечаю на этот вопрос. Друзья мои, я бы с удовольствием его прокачал до 100-го уровня, но есть одно, даже два но. Во-первых, он слабый. Несмотря на то, что он на 80-м уровне, он на 100-м, я не думаю, что он сильно изменится в плане вот своего массового удара. Ну, пускай даже прибавим две клеточки еще, да? Две полосочки в минус. То есть он не будет отнимать даже половину здоровья. Это первое. А второе, если мы займемся прокачкой Зэка, то остальные все наши персонажи, а у нас их там, сам знаешь, очень много, они просто... Тихо. Ага, вот он. Вот он этот удар. Неплохой, кстати. Они очень долго будут тогда ждать своей очереди. То есть мы с тобой так потихоньку прокачиваем каждую серию, да? В начале наших слабых бойцов. Хотя бы по два, по три уровня. Если мы переключимся на Зэка, ну им, наверное, полмесяца, может быть даже месяц, не видать повышения уровня. А потом мы захотим еще кого-нибудь, а потом еще кого-нибудь. И в итоге у нас опять получится, как и раньше. То есть мы берем кого-то и начинаем очень-очень долго и целенаправленно его прокачивать. Соответственно, все остальные хромают. Хромают в плане того, что страдают из-за нехватки именно повышения уровня. А у нас с тобой все-таки испытания, события, где много кто присутствует. Например, Бакстер Стокман, я знаю, что много где идет. По-моему, Рокзар, Крис Брэдфорд идет, Ванька Стиранка, Джастин. Есть испытания, где присутствует Сплинтер, по-моему, Шреддер, Змейка Вьюн. Да, да, есть такие. И они, как ты видишь, они все не прокачаны. И с таким успехом можно сказать: так давай их качать тогда. Посмотри сам, сколько у меня полтинников. Посмотри, просто. Просто тьма тьмущая. Так я не понял, что здесь Боксерсток он делает. Под шумок там притерся. Вот, Ваньку возьмем. Я, конечно, не спорю. Хотелось бы мне сейчас прокачать и Зэка до 100 уровня, и Ваню до 100 уровня. Вот этих всех топовых наших персонажей до 100. Но, опять же, время. Очень много времени. Был бы у меня мутаген, причем, знаешь, в миллионных количествах, конечно бы я все это сделал. А то, что вы рекомендуете скачать взломку... Не, ребят, извините, это не для меня. Я что, по-твоему, 3 года вот так вот просто взял и слил в унитаз, чтобы скачать взломку и начать на ней играть? Нет, конечно. Я всегда, ребята, против вот этих вот взломок, какие-то там накрутки денег в играх. Вот знаешь, там вот раньше было артмоники там всякие. Нет, давай по чесноку играть, оно так интереснее. Оно интереснее, да. В этом смысл весь, проходить игру своими силами, а не с помощью там каких-то взломов и еще там подобное. Я знаю прекрасно, что, например, детишкам проще, намного проще скачать взломку, чтобы у них все было. Им так интереснее, конечно же, это детям. А более взрослым людям, им хочется, ну, добиться этого всего самому. А детям, да, потому что они очень быстро устают. Их очень начинает быстро это все нервировать, когда они застревают на каком-то определенном месте и не могут двинуться. У них начинается вот это вот психоневротика, можно так сказать, да. Они начинают злиться, начинают: я не могу. У меня у самого он, сын, очень-очень злился. Ну, естественно, ты придешь, где-то ему поможешь. Но опять же, ты ему поможешь раз, и вот это вот начинается: помоги мне еще, помоги мне еще, помоги еще. И это до бесконечности. Ты уже думаешь: блин, да проще тебе взломать игру и дать, чтобы у тебя уже были там, я не знаю, там миллионы денег, чтобы ты покупал, что тебе нужно.
ну и тому подобное. Ну, я думаю, вы все прекрасно поняли, да? О чем я говорю. Так что ни о каких взломках именно от меня и речи быть не может. Даже я помню, когда в свое время играл в Battle Cats, мне предлагали: Рэй, давай мы тебе взломаем всех котов, которые есть в игре, дадим тебе аккаунт и проходи. Я говорю: ребят, ну а смысл в чем? В чем смысл? У меня будут все коты, я буду всех рвать. Так все теряется, я сразу говорю, весь интерес теряется. Даже у меня у самого потеряется интерес ее проходить как игру. Поэтому я отказался от этого дела. Сейчас, правда, уже этот аккаунт давным-давно исчез, так как там, если не играешь 3 месяца, он исчезает, насколько я помню. А я уже не играл в нее, наверное, полгода точно. Так, ладно, давай не будем с собой отвлекаться. У нас... Подожди, а зачем я взял Усаги вместе с Армагоном? Можно было бы взять кого-то послабее, например, того же самого Змейковьюна. Видимо, просто опять, как всегда, заговорился. Ну что, друзья мои, по поводу прививки. Сделал укольчик, короче. Дали мне день больничного, так скажем. Вот. Знобило, была температура. Я не знаю, во время укола, мне кажется, что врач воткнул, попал, короче, в нерв и в плечо. И у меня очень-очень долго болело плечо. Оно даже до сих пор болит. Я его вроде бы как разрабатываю, но как-то не особо, как тебе сказать, не особо чувствуется результат. Оно онемевшее. Я вообще, когда вышел оттуда, не смог даже куртку надеть на себе, потому что плечо просто онемело, и я не мог поднять руку. Вот. Сейчас уже вроде бы все нормально. Чувствую себя получше. Так что завтра буду выходить уже на работу. Так, ну что, у нас тут все отлично. Мы с тобой, кстати, сейчас уже в лигу-то не хотим перейти-то, в лигу мастеров. Сколько там? Три звезды уже, да? Мы уже с тобой метим на лигу мастеров 3 звезды. Слушай-ка, ведь, скорее всего, мы можем перейти. У нас 21 откат еще в запасе есть. И пожалуй-ка мы перейдем. Если мы постараемся, да, то все у нас получится. Кстати, здесь можно было и не брать сразу таких вот двоих мощных, типа как Супер Шреддер и Армагон. Здесь достаточно было бы, например, взять Супер Шреддера, да, и Рафаэля. Мне так кажется, потому что, ну, уровень 71. Даже не 75, не 79, тем более весь отряд у них с постепенным уроном. Ну, фиг знает. Обычно, ребят, перестраховка, она, как тебе сказать... Если мы возьмем слабого персонажа, да, мы можем проиграть. Если мы берем сильного персонажа, мы начинаем жалеть. Поэтому я думаю, что лучше выиграть и не жалеть. А откаты, как ты знаешь, мы всегда можем с тобой заработать. Ну что, давай тогда возьмем, наверное, вот этих вот 75-й, 72-й здесь уровней. Возьмем Армагона, возьмем опять же Супер Шреддера. И возьмем вот этих вот простачков 55-х уровней. Окей, ну что, Армагоша, ты готов? А, Супер Шреддер, конечно же. Первым всегда ходит он у нас. После уже идет Армагон. Так, замечательно. Все хорошо. И, кстати, вы пишите: Рэй, сыграй составы от подписчиков. Друзья мои, где я должен играть эти составы от подписчиков? Вот объясни мне, пожалуйста, а? На арене? Ты, например, захочешь, чтобы я взял Бибопчика, да, например, в костюме кролика. И еще там, например, парочку каких-нибудь слабых. И как я буду выигрывать на арене этими персонажами? Если бы ты сказал вот такой вот состав, возьми топовый состав и попробуй им выиграть. Что, да ради бога. Разрулил бы только Шурах. А вот если, например, взять вот этого, например, вот этого Микеланджело, да, этого Микеланджело. Кстати, смотри, они втроем тут идут практически в ряд. Не получится? Точнее, получится, ты посмотришь и скажешь: блин, а почему они такие плохие персонажи, почему они так плохо дерутся? А я тебе отвечу, почему. Потому что они не прокачанные. Вот и все. Ты-то для себя уже сделаешь какой-то определенный вывод, итог.
А не подумаешь о том, что они-то не прокачанные. Уровень-то у них маленький, слабенький. Вот и все. Это если драться, то нужно именно с одинаковым противником. А вообще в итоге лучше всего драться с противником, который хотя бы на 10 уровней ниже тебя. Потому что один в один, то есть с одинаковыми левелами, вот даю тебе 95%, ты проиграешь. Потому что здесь, ребята, заточено... Подожди, блин, там было... Там было 17-24, я видел. А здесь заточено так, что противник всегда круче тебя. Он всегда прокачан лучше. Именно так вот подбирает у нас противников игрушка. Она, естественно, себе во вред играть не будет, поверь. Так, ну что? Давай, Супер Шреддер, бомби. И валунчик в лобешник. Пумс, все, упали, рассыпались, да? Отлично, идеальная победа. Так, ну что, сегодня у нас не будет с тобой. Вот только арена, по-моему, и все. Событий никаких нет, ты сам видел, да? Ждать надо как минимум пятницу. Так что, блин, как же, ребята, 30 откатов было. 30, осталось 13. То есть вообще тает просто на глазах. Раз, два, три. Слушай, ну да, мы с тобой, скорее всего, зайдем в лигу мастеров 3 звезды. Позицию, конечно, хотелось бы занять где-то 50-ю, потому что если брать из расчета, что завтра я пойду на работу, да, отработаю всего лишь одну сменку, потом у нас будет короткий выходной, то есть... Да, наверное, мы с тобой ближе к пятнице уже займем топчик. И это будет круто, то есть мы с тобой уже будем спокойно себя чувствовать, да, и делать все, что захотим. Так, ну что у нас тут, 17-23, давайте 17-24, не надо вот, вот, отлично. Но здесь майки, угу. Попробуем. Слушай, а у него по инициативе 79 уровень, он переплюнет моего Шреддера или нет? Давай проверим. Ага, не переплюнул. То есть 79 уровня Микеланджело не может переплюнуть Шреддера, но Шреддер его также не мог добить. Он оставил ему немножко здоровья. Хорошо, что постепенно урон висел. А если бы его не было, он бы там начал буянить. 100% он бы стал делать уклонение. А если бы он повесил уклонение, ох, мы бы его запарились, друзья, бомбить. Ну что, как ты видишь, Лига Мастеров 3 звезды. И уровень у нас с тобой сотый. Не уровень, а место, позиция. Так что давай продолжать дальше. 8-7 откатов, ёк-макарёк, а. 7 откатов, это получается всего 3 поединка. Но мы можем сделать немножко по-другому, да? Мы попробуем сейчас с тобой схитрить. Мы возьмем, например, нашего Армагона, но вместе с ним пойдет, например, там Рафаэль, Бакстер, Стокман, да? В общем, такие бойцы. И я думаю, что это должно сработать. Надо только проверить и убедиться. Поехали. Так, место мы с тобой зарабатываем. 84. Неплохо, кстати, я тебе скажу. 16 позиций пролететь. Очень даже неплохо. Ну что, берем с тобой... Так, погоди. Берем Армагона, берем Рафаэля, Бакстера, Стокмана, например, Майки, и возьмем здесь... Нет, Рокзар не нужен. Возьмем Донателло. Рокзара можно взять, в принципе, в следующий поединок. Ну, давай уклонение поставим, почему бы и нет. Так, поставлю уклонение, естественно, сразу же бросаем валун. Надеюсь, половиночка тут упадет сразу. Да, двое отдуплились. Так, уничтожаем с тобой. Да, нам надо убить Донни, потому что так бы он сейчас захилялся бы. Сплинтер, ты не... А, нет, смотри-ка, попал. Но он за это поплатился, и Бакстер добивает Криса Брэдфорда. Ну вот как-то так, даже до Донателло не дошла очередь. То есть он не успел своими сюрикенами воспользоваться. Ну что, 69-я позиция, отлично.
17-24 выбираем. Здесь берем. Так. Армагона и вот так. Теперь вот интересно. Вот сейчас практически на равных мы деремся с противником. У него 79 уровень, да, у нас с тобой 80. Баксер, ой, Баксер. Армагон только 100 уровня. Так, здесь давай, наверное, сделаем вот так. Угу. Теперь вырубать нам, наверное, надо слэша, скорее всего. Попробуем. Четенько. Так, понизили нам броню. Твою налево, а если так? Нормуль. Ну что, Железноголовый здесь справился со своими, так сказать, ракетами. Уничтожил противников. Так, ну а мы двигаемся далее. Давай 50-ю позицию. Нет, 19 ступенек пролететь, это, конечно, чересчур. Ну что, 5 откатов остаются. Так что берем Армагона. Но тут уже все, ребят, тут уже как-то стремновато. Давай тогда брать этих. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Но это еще 3 поединка. Да у меня откатов не хватит, чтобы всех их отыграть. Понимаешь? Не хватит элементарно откатиков. Ну что, здесь как всегда, ребят, все отлично. И попадаем мы с тобой, наверное, на 50-е место. Должно быть так. Может быть, даже чуть повыше. О, 41-е. Ничего себе, 41-е. Ну что, 3 отката всего лишь остается. Давай, наверное, сделаем так. 3 отката. Блин, ну не смогу я здесь справиться одним Армагоном. Не смогу, поэтому пришлось все-таки добор сделать небольшой. Этот небольшой добор, да, который состоит из Армагона и Супер Шредера, он разнесет здесь любого в пух и прах. Ну ты сам все прекрасно видишь, постепенно урон практически вешается на всех. И шанс повесить, согласись, намного выше, чем у нашего Усаги и Дзимбо. То есть Усаги тоже может повесить, но реже, реже у него получается. И дамаг все-таки у него поменьше будет, если сравнивать с Супер Шредером. Ну что, какое место у нас? 23-е. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть нам не хватает. Буквально 2 поединочка, чтобы мы с тобой могли здесь выиграть. Ну что, возьмем вот этих вот. Посмотрим. Ну, конечно, тут можем проиграть, потому что команда так себе, тем более не прокачанная. Тут один только Армагон в топе у нас, и все. Муху уложим, нет? Муху уложили. А дальше пойдет веселуха. Делается уклоняшка, фиг ты теперь его пробьешь. Так, Шредер у нас просто делает атаку. Минус еще двоечка. Плюс Тигрин. Тигрин, ты понял, да? Шархан, Тигринный коготь. Угу. Промашка. Так, Тимати берет на себя провокацию. Тройной укус. По идее, должны попасть по нему, да? А-а, не выходит ниша. Это опасно, кстати. Захиляемся. Угу. Плюс мы с тобой сделаем крит-атаку. Ну что, попробуем рубануть тогда его. Ты посмотри, а. А ну-ка давай-ка еще баф сделаем. Очень-очень серьезное, ребята, уклонение у него стоит. Просто уму непостижимо, ребят. Так, ну Шредер, ты пробить сможешь его, интересно, или нет? Не-а. Так, Тимати побежал. Блин, одного бибопа с тобой ковыряем тут, я не знаю уже сколько. Ты посмотри, что делает. Наконец-то. Фу, это жесть. Это жесть. То есть, представляешь, какое у него очень мощное уклонение. Даже, я бы сказал, наверное, мощнее, чем у Микеланджело. Угу. Смотри, 8-я позиция. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не хватило. Может взять все-таки откатик, а? Нет, не буду, ребят.
Давай мы с тобой уже в следующей серии отыграем нормально, да, и попадем на первое место. А на сегодня, наверное, будем закругляться. Так, мутаген у нас есть. 29 тысяч мы накопили мутагена. Что у нас там по пицце? Пицца-то осталась, потому что мы можем под шумок, так сказать. Ну что, давай попробуем найти 4 наушника. 124 пиццы у нас еще с тобой осталось. Раз. Два. Три. Зеленая колба. Почему-то я смотрю на эту зеленую колбу, у меня такое впечатление, что там сопли этого. Как его звать-то? Мутагеноиды. Не знаю, почему у меня такая ассоциация. Так, все, наушники мы с тобой нашли, получается, да? И нужно еще найти 8 пультов от телевизора. 8 пультов. Ну, пульт, насколько я помню, ищется довольно легко. Единственное, что у нас, по-моему, там с пиццей, да? 47 пиццы остается. Так, пульт еще один. Еще один пульт. Так, комикс. Так, подожди, я что-то сбился со счету. Сколько нам еще нужно с тобой? А, еще 2, но нам не хватит. Да. Вот здесь можно попробовать. И буквально один пульт они нашли с тобой. Так, а теперь делаем прокачку нашего персонажа. Это у нас подожди, у нас Роквелл теперь может прокачиваться вполне. Как-то так, 54 уровень. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя черепахи, твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация, мы пиццы короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех, мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делай шаг, хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.